и мстя будет страшна. Тихо, тихо, он с одного удара у тебя, смотри, все вы... А. Тихо, 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 тихо. Отходи, отходи, выносливость тебя снял прям сильно. Знаешь, на кого нам это Дэймон, на актера похож вот так, который этот, идентификация Борна. 12 друзей Оушена. По такой же схеме серии. Тихо. О, дали приз, что ли? Блин, ё-моё. Не знаю, сейчас посмотрим. Тяжелый путь. Ну что там, два-три дня, да. И то, как это называется, срезали варианты с борьбой, максимально подобрали бойцуху подходящего и максимально выбрали Мэтта Дэймона. Что, не дали, что ли? Не дали, не то. Зайди в призы. А глянем просто. Сам внизу. Победите бойца под управлением ИИС. Нажми на, как, что там, крестик на квадратик. Бойца под управлением и с настройками на макс урон при вашем, ну, значит, не тот урон, значит, надо с борьбой. Но выбери этого же, выбери я же так и, хочу. И только в борьбу теперь зайди. Давай, дерзай по той же схеме. Он бороться хочет, захочет, да, наверное. Ну-ка проверь настройки. А их нету. Потому что... По умолчанию. Нет, восстанови по умолчанию поставил? Ну, все, вот, да. А где его? Настройка ИИ. Это не тот уровень ты взял. Здесь нет настройки ИИ. Потом получается с модификациями? Это не... Да, тебе с модификациями. Слушай, а может это вообще даже не с модификациями? А другого нет варианта. Мы же тогда, помнишь, искали, как поставить. Проверь настройки. Выстрел еще раз по умолчанию. И урон, и макс, да. Давай. Все остальное по умолчанию. Тихо, тихо, тихо. Урон и... А, все хорошо, да? Ты все выстрелил? Все остальное, да. Все, молодчик. Ну что, давай. Тырк-пырк. Мэтт Дэймон. Как вдал. Это все.